Дон-дон-дон-дон-дон. Бам! Ключики! Тан-тан-тан-тан-тан! О как! В механизм прям воткнулся. Насквозь. Ну, такое, в принципе, тоже бывает. А вот, ну здесь вроде бы ничего интересного нету, я посмотрел так. Так что... Тут нам делать больше, в принципе, нечего. Здесь возьмем немножко... Покушать. Теперь можно спокойно и вниз поплавать. Здесь ни черта. Здесь тоже ни черта. Так здесь в принципе ни черта. Или я что-то не понимаю? Ну, видимо, я что-то не понимаю. А раз здесь, в принципе, нигде ничего нету. То есть, плавал я, по сути, зря. Ну и на том, как говорится, спасибо. Ладненько. Теперь что, вперед уж. Ну, добейте вы уже, мелкие. Чего от меня хотите-то? Все, успокоилась, падла. Так, РТ, ЛБ. ЛБ, РТ. Ключик, здравствуй. Повернули и пошли дальше. Да ты офигевшая малость. Так. Ну, она, походу, нас малость недолюбливает. Я, честно говоря, даже не знаю, с чем это связано, но, по-моему, мне так кажется. Так, здесь у нас одна... Хилочка лежит. Хорошо, надо будет запомнить. А вось она мне пригодится. А, серьезно? Да ладно. Вдвоем на одного. А вам не это, не стыдно? Уу! Так, ну хоть одного и надо убить, правильно? А! Тихо! Зажали, падлы. Что за хиромантия тут творится непонятная? Мелкими-то особых проблем у меня быть вроде бы не должно, но вот с большими может и случиться. Ау! Так. Минус ты. Тоже к чертям иди.
Все? Так-то лучше. Теперь надо посмотреть на карту, куда мне идти. Видимо, сюда. Походу, здесь я... А нет, смотрите-ка, что-то полезное. О, искатель кладов. Офигенские. Сейчас все кладики увидим. Блин, а здесь довольно много, я вам скажу. И приятно то, что он показывает о всей локации. О-хо-хо-хо. Так как непонятно, как я вот этот не увидел. Тем более, что это опыт. Ай-яй. Крыса тыловая. Как я тебя не заметил-то? Гадина такая, да? Вообще ужас просто. Сейчас возьму хилочку и вернусь обратно. А то больно будет. Будет мне больновато, малость. Я же не хочу, чтобы мне было больно. Мне нужно, чтобы мне было все хорошо. Видите, не зря оставил. А то взял бы, чтобы чуть-чуть похилиться бы, да потом бы ходил с одним хп. Вот, почти ярость, кстати, набил нужную, которая для всяких полезных вещей. Ладненько, бежим дальше. Не, я так просто к вам не подойду, ребят. Говорится, ну вас нафиг. Я вас знаю, вы плохие. Ничего хорошего от вас не дождешься. Ага. Вон оно что. То есть сюда мне, в принципе, плыть было вообще не нужно. Но зачем-то разработчики сделали так, чтобы туда можно было сплавать. Ах ты ж падла-то, а. Иди ты нафиг. Женщина, отстань от меня. Ау, 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 ау. Тихо. А, понятно, зачем это надо. Так, даже не знаю, давайте на всякий случай похилимся, раз тут прям хилка так стоит и манит, можно сказать. Значит, наверное, она нужна. Наверное. Чё-то в последнее время от некоторых противников начал получать. Видимо, это как-то связано с высоким уровнем сложности, ну или моей криворукостью. Как бы одно из двух. Как говорится, третьего не дано. Ля-ля-ля-ля-ля. Опять какое-нибудь говно меня будет преследовать, нет? Я так понимаю, без вариантов.
не ожидали, твари. А я вот так вот могу тоже, да. Ладненько, здесь вроде пусто. Ничего вроде бы нет. А вроде как и есть. В итоге хрен пойми чё. Ладно. Предположу, что мне сюда. Мокро. А главное, что неожиданно. Фух. Так, сюда. Затапливаем уровни, ребята, да? Понятно. Понятно, как говорится, что ничего не понятно. А раз нам ничего не понятно, значит все у нас понятно. Да вы, ребят, задолбали уже. Серьезно. Ну хоть так сильно не выбрасывает нагло. Ой. Бамс, бамс. Добежали. Да стой ты, ё-моё. Так, теперь мне на ту сторону. Отлично. Две ярости, осталось еще две, и будет радость нашей ярости. Как их здесь много-то, а? Было. Ну, думаю, хилочку пока оставлю, приберегу, так сказать, напоследок. Мало ли, опять-таки, понадобится. Будет что скушать. Знаете, плохое предчувствие. Вот как знал. Как знал, понимаете, ребят? Как чувствовал? Ты здоровенная гигантская хрень. Да, ты. На их нагревает, это неправильно. Прям так все плохо у тебя, да? Ай. Короче, дождаться, пока эта хрень остынет. Ну, вот, типа, как сейчас, только... Только, типа, как сейчас и бежать! А ну, получай! Падла косолапая. Ага, я понял, у нас с ней...
игры такие веселые. Ай! Тетка, ты что, сдурела, что ли? Да чтоб тебя. Совсем уже крышей поехала малость. На! Ай, больно. Фу, воняешь ты как, ё-моё. Понятно, никто мне второй раз опять так же не даст нормально повеселиться. Успокойся, тетка. Что ж такая нервная-то? Ай! Бабка, ты что такая нервная? На. Присела? Ну и хорошо. А мы сейчас как вот так вот возьмем? Так бы сразу, а то, блин, проблемы у нас, видите ли. О! Здоровится. Сердце приближенного. Самоэлю нужен этот дар, короче, ну понятно. Че, прям-таки отсюда и можно валить? Два есть и два осталось. Может, ты и попадешь в башню? Тогда-то и начнется самое интересное. А сейчас отнесем эту штуку Самоэлю. Согласен. Смайлю она может пригодиться. Запинаем, как говорится, обратно. А вот. Давайте пока вернемся. Возвращением, всадник. Кстати, мог бы и постучать, но это не в твоем духе, похоже. Зачем ты здесь? Странный вопрос для того, кто только что вломился в мой дом. Ты не всегда был черным молотом. Ты живешь в изгнании, отшельником среди надгробий. Почему? Какова твоя роль в происходящем, Ультей? Всадник, у меня есть кое-что для тебя. Вещь хорошая, но для меня хрупковата. Тебе она больше подойдет. Ты не ответил на мой вопрос, древний. Ну, может, мне вид из окна нравится. Тебе-то что? Ты просила помощи, я помог.
Если будешь неблагодарным, я могу на тебя рассердиться. Думаешь, я боюсь смерти, мальчишка? Вовсе не смерти тебе стоит бояться. Пистолет тонкой работы, снабженный бесконечным запасом патронов для истребления врагов. Нажмите РТ, чтобы выстрелить.